Привет, ребятушки, с вами Женек. В прошлой серии мы пришли в Бэдлендс, чуть-чуть покачали, заценили локацию, побили стервятников. И вот я уже дошел до города. Ну не город, какой город? Просто какая-то застава стоит. Вот, то ли казарма, то ли... А, таверна это, таверна. Вот такие дела. Почтовый ящик, вышка. Заценим вышку, вот видите, череп. А из глазницы кактус торчит. Вышка это из третьего арика такая вышка была. Кто играл за орков третьего арика, должен помнить. Да и во втором были такие вышки, видите, всякие. Сундучки, ящички. Он стоит, дежурит на посту. О, квестик. Что тут еще? Видишь, циновочки у них тут. А видите, два спят, наверное, а два в карауле. Но сейчас день никто спать не хочет. Вон какой-то бомж. Вот бомж стоит. А чем тут кланяется? Ликс. Ну, может, с докладом пришел. Так, вот чуиха стоит, пасет. Видите, она туда. Взор ее направлен. Ну, она дорогу просматривает. Так, койоты. Убей койотов. Принеси 30 койотских яиц, короче. Ну, короче, что-то убить с койотов надо. Смотрите, какая это арчиха. С каких-то стрингах. Жесть, да? Офигеть. И тут, наверное, тут... Этот тоже в шортах таких. Но это вообще как на пляж вырядилось. Не службу несет, а на пляж. Так, ей доступный репорт Хелгрун. Я написал новый отчет для Хелгрун Стандарт. Отнеси вот этот отчет. Да, не сбивайся с дороги, а то можешь угодить в лапы врагов. Принеси некоторый репорт Стандарт. А где Стандарт, я не знаю. Ну ладно. Квестик взял, так, на койоты, спрыгнем с башенки. И вот этот каргат, ну вот этот блокпост или что это, он стоило какой-то, кастрик, чуваки тусуются. Тут, кстати, режут этот город, алый приходит, иногда шухер наводит, он, видите, дохлые валяются, ордынцы дохлые. Так, это что? Добудь, принеси 5 бузаргура, 10 гора кают фанг, 5 рок элементарий. А, короче, 5 бузарских, 5 штук из птиц выбить, 10 с койотов что-то выбить и 5 с големов этих. Все, понятно. Так, а тут что за квест? Во время Второй мировой орды. Так, мы наняли. Убей босс. А, босса этих убить. Агро. Все понятно. Опа. Так, а это... Койоты. Койоты. Broken Aliens. Убей босс. Да, все. Ну, прикольно тут устроились. Они, видите, такие алебарды, всякие копья, топоры двуручные, секиры, щиты. Прикольно. Тут второй этаж у них. Блин, тут скелетики валяются. А чувак, он... Как ты его расплющила даже. Топор втыркнутый. Но жестко тут. Алы тут прибегают, да, режут пацанов. Ну ладно, идем тогда квеститься. И вон эти псы позорные стоят, койоты. 38 левел. Ну нормально. Кстати, на классике вот оптимально качаться все-таки на зелененьких. Надежно. На зеленых мобов, я имею. Потому что все-таки это классика, вам не лить, что там. Как на том же катаклике я пристом. Вот то, что видел в поле зрения мобов, я всех агрил и все, и просто на изи их выносил. А тут надо вот именно ковыряние. То есть. В новом Вове там такая система, ну как вот в Диабле той же, да. Согрели много мобов, берете, чуть-чуть минусуете, а тут именно вот система ковыряния. Так, вот с койотов падают и темы. Сейчас я сяду на жопу, сожру эту ножку. Так, что у меня, 8 стамины, спирита на 15 минут бафается. Нормальная телега. Вон, тоже воин качается. Так, все, сыр у меня прокнулся. Оп! И все, и гасим, гасим. И поглядываем на горизонты, смотрим. Потому что бывает, тут алые приходят, фигачат. И, по-моему, тут тоже какой-то город есть. Ну не город, блин, какой город? Просто такой блокпост назовем это. Хоп.
Да, ну тут мы уже бегали в той позапрошлой серии. А вот этих придурков, Рик Сталкер. Экзекуция! Так, все, зубы. Блин, нормально падает. Вон эти вороны летают. Блин, ребят, что-то опять начало подлагивать. Ёлки-палки, что за говно? Не понимаю, в чем дело. То ли комп глючит, то ли что-то, какой-то вирусняк словил их. Блин, птицу надо еще загреть. Хоп, нарисуем. Давай, давай, давай. Валим, валим. О, сейчас отлагало. У меня комп что-то кипит. Так, сейчас на птицу пойдем. А, блин, дура это. Первое. А вот огры стоят, жесткие огры из первого варика. Ну и в третьем они были. Огры берется людоед. Кэмп как? А ну-ка, ну-ка. А по квестику-то находится чувачок. Брокен Алиас, убей, принеси. Так, так, так. Отправляйся в кэмп Бов. Кэмп Бов? А это кэмп как? Значит, я не туда пришел. Ох ты, он мне в сеть еще. Вот говнюк. Экзекуцию получай. Так, все, опа. Блин, надо пофармиться как-то. Кэмп как мне кэмп? Отправляйся в кэмп Бов. Ключ необходим, чтобы открутить драконов. Я вот на этой локации очень мало качался. Я тут практически мало что знаю. Так. Кем как. Ладно. Пойдем искать птиц. Вон еще птица. Птица без голоса сидит. Так, сейчас крик у меня спадет. Надо крик заездить. Давай, чаш. Птицы три хвоста, три хвостины каких-то. А как она, интересно, летает? Пикирует. Хвост он как бы должен направление вот это. С помощью него она как бы разворачивается или что? Все, сейчас минусанем и пойдем дальше. Блин, экзекуцию просрал. Люблю этот скилл. О, кишки какие-то падают. 5 кишок надо. Вон еще одна. Кстати, сколько онлайн? 4400. Вчера вечером было 6700, по-моему. Или 6800. Ну, что-то такое, короче. Чуть меньше 7000. Нормально. И вторую птицу надо. Давай, давай, давай. Все, лупим. Двоих, двоих я нормально держу на изи. Как я же сказал. Вот эту прожмем хрень. Застанем. Так. И минус о нем. Так, пантер мне этих не надо. Ягуаров. Пока что, по-моему, там тоже хватит. Ну, по-любому, тут, видите, сделано так. На вот эти все существа, они квесты на них завязаны. Это понятно, это закон такой. Закон жанра. Так, все, кишки выбил. Тринадцать, скрикнем. Ай, опять, забыл. Пофиг, это грайдинг. Так, все, три. Блин, хорошо падают эти хрени. Вон еще одна. И койот. Ой! Смотрите, как из-за угла, как бандит. А, кстати, пета прикольного такого. Ханты могут взять. Еще баф, дебаф какой-то. Физикал дамаг. Еще
на 9. Увеличит, что ли. Красота. Спокойно тут как-то. Ну, по крайней мере, сейчас спокойнее. В терке я такой, там война жесткая. Ну, то и называется еще локация Вьетнам. Потому что идет как бы война и джунгли. Вот. То есть первое, что приходит на ум, это война. Так, надо пожрать. Вот это мяско поем. 8 стамина, а это на 40... О, 12. Ну, я вот это сначала старое сожру. Так, смотрите, что я выбил. Бузард 3 выбил. С койота краги. И... А, элементали я еще не бил. Надо пойти будет. Ой. Загасить все это дело. 39-й острец тут уже. Надо поаккуратней. Все, койота. Птица без голоса на месте сидит. Гасим. Елки такие торчат стрёмные. Ну это не елки, а какие-то вот эти пустынные деревья. Я не знаю, как они называются. Бум. Ну, прикольный койот такой. А вот пет, интересно, пет. Вот эти вот собачьи, волчьи, что они жрут? Мясо, наверное. Кошки, они мясо и рыбу жрут. Собаки, наверное, мясо. Только мясо, наверное. Кто знает. Может, и рыбу. Ну, мы рыбу, я думаю, вряд ли мясо. Не, мясо так точно. Понятно. Медведи вроде все жрут. Обезьяна там, фрукты. Всякую шляпу, короче. Уютная такая локация. Нету вот этих. Вот как в Нидлосах. Вот эти вот всякие горы обходить. Там, ну тут просто спокойненько. Так, что? Кидаемся на него. И станем сразу. Не может достать. Блин, койотов тут вообще хоть жопой же. А, о, так 3 из 30 еще выпало. Офигеть. Бей, бей, бей его. Пойду к тем койотам. О. Так, все, удар. Ну. Так, а, нормально, почти с каждого падает так. Прибинтоваться надо. Кстати, немножко я пофармил. Тут было сколько? 52 голды, стало 58. На аукцион всякую говно закинул. И вам советую, всякую белую хрень собирайте, типа вот такого. Если белые, вот белая надпись, это значит ингрид к чему-то. Серая, это, ну, трэш. Это продавайте нафиг, барыни. А на классике это и спасает. То есть весь вот этот кал белый, который ингриды там, все это пуляйте, продавайте, не знаю, на аукциончике. Я даже был, допустим, ткань покупал и там чуть-чуть дороже продавал. Было такое, переборыжничье. Это было. Но это не на этом серваке, а на Emerald Dream. Потому что... Ну, маунта... У меня приз был тролль, я купил маунта на 40-м. Ну, не сразу, там где-то на 40-м с половиной. Там мне чуть-чуть не хватало, я подфармил. И то я думал... А, я качал ему этот тейлоринг и инчат. А потом мне задолбало, я где-то на 30-м инчат тейлоринг забыл. И... качнул лезер. А нет, нет. Я инчат забыл, вместо инчата лезер взял. Нормально. Да-да-да, тейлоринг я оставил. С тейлоринга там нормальные шмотки можно делать. Ну, то есть приз сам себя одевает. Помимо того, что в данж ходит приз, но обычно я люблю в данж походить. ПВЕ, ой, то есть ПВП я, ну так. Я любитель всяких по...
по боссам походить, такое вот. Данж почистить. Вот с компанией вот это интересно. Ну вот, и престом я ходил. То есть одевался и тейлоринг, и в данжах одевался. Опа, критульки полетели. Зубы падают хорошо. Такие стрёмные, зверьте, такие. Он берет, наверное, ножом нижнюю челюсть и с верхней отрезает. Жестко. Так, сядем, пожрём. И профы мне вот эти стали, я не знаю, куда их качать. Маунт появится вот в скором времени. И побегаю по Дуратару, там по Барнсам, покопаю металл. Одна из тяжелых профессий, это вот все-таки Блэкшмидт. Тяжело ее качать. Так, вот с этих элементалей кал падает. Рог элемент шард какой-то. Бум. Вообще фарм это такое вот тоже, целая наука. Особенно вот на классике тут. То есть там на Личе, на Катаклизме, на Пандах уже, ну, спроще с фармом. Тут немножко тоже свои приколы. Можно даже будет как-нибудь видюку посвятить целую про это дело. Ну, хотя бы надо первый маунт, чтобы побыстрее бегать, но не так вот скучно было. Потому что пешком это вы запаритесь. Так, да, с них падает. Рок элемент шард. Шарды. Как шарды переводится, я вот не помню. Шард, шард, шард. Хрен узнает. Я в английском не силен. Режу сухожилие, пацаны. Блин, промахи. Вон эти. Алхимия еще тоже хорошо приносит бабло. Вот для ПВПшников она очень. Они скупают. О, блин. Ха, то у него там головка такая маленькая, жесть. Тело вон какое, ручка, а голова такая малюсенькая. Ну, на волчаре позорно побежал. Сотый у него левел, да, сотый. Вот сотый на 100% маунт, по-моему, там около косаря стоит, это жопа. Ну, плюс, если немножко зафармить репу, ну, репутацию, то там чуть дешевле будет. Блин, из кулачины, давай. Смотрите, у него какие-то браслеты жесткие. Да блин, что ты не бьешь его? Вот. Разбиваю его. На вот шарды, да. Все падает. 2 из 5. А, так нормально. Здесь потусую сейчас вот этих койотов побью. А, блин, там уже кто-то, бомж какой-то бегает, фармит их. Это слишком далеко. Я еще не могу это сделать. Ветка растет, Кингсбут, королевская кровь. Хорошая трава. Вот на старых серваках я тоже... А, нет, нет, у меня друган играл за Друля, алхимик. Вот он очень хорошо барыжил вот этими эликсирчиками на скорость. То есть выпиваете там сколько, 15 секунд у вас скорость прибавляется на 60%. Вот в PvP это реально. Вот классно он на них делал деньги. Это на БК мы играли. Давно. Давно-давно. Это еще не знаю, по-моему, чуть ли не в школе я учился. Еще сервак назывался Shadow Zone, по-моему. Что-то такое, Shadow Zone. И там очереди были там, на серваке. А чтобы типа очередей не было, там надо купить себе VIP-аккаунт. Ну, тоже такие. И на то время вот на БК играло где-то около 700 народу, 700 людей. И это считалось офигенно, это реально офигенно. Квинта, помню, еще сервак хороший был.
Я на нем играл. Старые серваки. Блин, когда это зафигище, отлично. Вот самое классное качаться в будний день, вот днем. Утром, днем, потому что мало людей, монстры все целые, можно так, в соло побегать. А уже под вечер народ приходит, уже можно и в данжи походить. То есть пати на этом сюрваке быстро собирается. В течение, не знаю, получаса это у меня самое много было, когда я пати искал. Ну и тут я заметил, походу, очень много варов. Наверное, самый распространенный класс здесь воин. Именно ДДшники, танков мало. 10 из 30. Может, двоих сагнуть? Давайте попробуем. Не! Сейчас я кровушку пущу. Все. Валим. Зелье махану. Давай! Оп! И вот так еще сделаем. Нормально идем. Так, 1500 у меня. Шибись. Так, вот это прошло дело. Ну, у меня... А, элики. Тихо, слышите, пацаны, наверное, не вытащу. Или вытащу. Блин, этот... Ой-ой-ой. Так, убили, норм. Не-не, должен вытащить. Да, не, вы двоих тяну. Все, зашибись. Да, 100% лут, кажись. Нормально. Ой, не лут, а дроп. Чё я туплю-то перепутал? Так, 10 из 10 койотских яиц я выбил. Остался рок-големы. Но мне 30 надо, во, этих, койоты. Блин, големы вон лежат. Блин, ну опять бомж бегает, 44-й. Ладно. Пускай бегает. Мне 3 элементаля надо, да и все, я успокоюсь. Итак, 3, ну так, сколько его, 2, 18 штук надо. Вот этого дерьма. Так, отходим. Может, голем появится. И не хочет появляться. Бусь. Интересно, а есть какая-нибудь таблица, о, которая показывает время респаунта? По-моему, что-то есть. Было бы круто. Какой-нибудь сайтик? Да ёлки-палки! Вот, проворонил. Какой-нибудь сайтик, где, вот, допустим, локация, там список мобов и время их респа. Сколько они секунд рисаются. По-моему, что-то есть. Или это аддон даже есть. Вот наводишь на него чик, там, допустим, рез столько-то секунд, ну, там, или в чем там измеряется, в секундах, наверное. Было бы круто. То есть, такие вы так заценили, ага, там, допустим, через 2 минуты рез, ага, за 2 минуты я там успею тех завалить и что-то сюда вернуться. Ну, так, прикинуть, что, о, спрятался. Рок-элементаль. Он еще, о, нычку нашел. Давайте того шлеп. Иди сюда. Сейчас я тебе кровушку пущу. Так, так. И вот так. Все, валим. Ну, элики у меня есть, я вытяну турбас. Так, двоих, а мне надо 3. Мне еще одного элементаля найти надо. Ну, это с учетом, если... С двоих упадут эти штучки. Шарды эти сраные. Так, одного минусану. Ну давай, умирай. Ну, так, один помер. О, все, зашибись.
Главное, знаете что? Не сфизить. Ладно, не за нем. Элик. А, вообще не лутается один. Так, все. Уже пролетел с одним. Плохо дело. А вот по ХП я могу не вытянуть. Мне повезет, если какой-нибудь приз будет бежать и меня хильнет. Ладно. Не-не, хотя ладно, стоим, стоим. Так, одно упало. Переходим в стоечку. Все, сражаемся. А, мне щита нет, какая разница. Не-не, вот этого я, наверное, не потяну. Или посражаться. Сейчас попробуем. 300. Ну-ка. А может и... Блин, реально не получится, наверное. 200. Так, так, так. А, чувак, чувак. Не-не-не. Блин, ну реально не хватило мне пару сотен хп. Не замокраю я его. Блин, разбился. Вот. Ой-ой-ой-ой. Ах, говён элементарь. А мне сколько осталось? Так. Два. Две штуки, да. Две штуки. С того не упало. Со второго упало. Третий меня убил. Там, скорее всего, я разбился, а не он меня убил. Ладно. Оп! Все, еще один шарт. Муншарт, муншарт. А, в доте есть артефакты. Муншарт. Так, сыр есть. Сейчас покушаю. Вон агры ходят. Блин, там вовсю вон бомжи бегают. Блин, ханты уже с маунтами. Я 41-й. Еще без маунта. Но это фигня. Фигня, пацаны. Ох ты! Ой-ой-ой! Блин, всех переогрел. Вот бомж! Троих! Кто там, прист? Да, прист ШБ. Че, я помогу тебе, братан? Или ты сам? Да не, вроде он нормально себя чувствует. Ну, блин, на, экзекуция. Да. О, вот это мой будет. Да, все, это мой. Хи-хи-хи. Ну, скорее всего, упадет. Я думаю, упадет. 4 из 5. Хотя, может, опять система включится. Если вам один остался итем, то хрен вам. Опа, ал! Блин, чуваки, иду! Иду, 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 иду! Вижу, вижу. Ну, мои. А-а-а! Блин, говнюк. Тут кучка гномов каких-то. Ё-моё! Да ладно. Пофиг. Вот сейчас эти алы на меня сядут. Мне нужно подойти ближе. Два этих... Блин, они такие неудобные, эти гномики. Мелкие. Мансовать вот это вот. Пока, ну, я не... То есть, под настроение. Сейчас я хочу мило пофармить. Пофармить, поквеститься. Гномики, вот такие вот шпендики вообще там... Это вот как башмак у орка. Ой-о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 й. Вот сейчас эта рога придет на меня, мне кажется. Ну, по крайней мере, я бы пришел. Так, все, упал. Ладно. Последний дофармим. Мало ли что-нибудь упадет. Все, не, ну вряд ли, конечно, но может упасть. Прожимаем все, что есть. Хопа. 404, нормально.
Экзекуция. Да. Все, зашибись. О, вот эти камушки, по-моему. Так, где Heavy Stone? По-моему, они куда-то сюда идут. Блэк Шмидт. О, так я что-то могу уже скрафтить. Вот, Купер Бар мне надо. Купер Бар. Надо Купера накопать. Дофига его мне надо. Фигища. Это Купер Бар. 10 штук. Прикиньте, 10 штук надо. Вот этих слитков. А чтобы сделать слиток, это мне надо так. А, один слиток, один этот. То есть 10 вот этих хреновин мне надо. А с одной этой кучки копается где-то, ну, 3, наверное, примерно. Ирон депозит. А, мне птицу надо. Все, последнюю птицу. Загасить. Так, койоты. Сейчас найду быстро птицу. И можно квестик закончить. Оп. Экзекуция. Так, 14. Ну и почти половина этого квеста сделал. Хотя можно и этих бомжей погасить. Чё ж не погасить-то? Если в гильдию пошли чуваки вступать. Бей, бей, бей. Вот. Этот цветок что-то нюхает, койот. Интересно. Интересно, как тут вот сделано в игре? Вот видите, они ходят так вот, рандомно ходят, или просто скрипты какие-то? Или какая-то... Есть программка, типа, просто рандом, и сами гуляют. То есть траектория пути их не так. Случайно выставляется, и все, ходит как тупой олень. ФГ Ульдаман. Ульдаман с какого левела? 42-го. Ну, можно потихо уйти уже. Вот Ульдаман я очень плохо знаю, очень. Тут так запутано все. Так, 16. Бум. Бум. Тик. Надо. Все, половину я уже пересек. О, нагры. А, это не он. Казалось. О, олени бегают. Ой, буду добивать. Ладно. Ребята, встретимся уже в следующей серии. А, да. Увидимся в следующей серии. Все, ребята, давайте.